проспекте Ленина. Раньше здесь гентамба, было хорошее ограждение, кусты высокие росли, забор можно было поставить. Сейчас смотри, что получается. Если идет холодный ледяной дождь или снег потом замерзает, люди рискуют здоровьем упасть вниз. Как вы видите, ограждений нет никаких, кусты повырубили, забора практически нет. Если сильный ветер, скользкая дорога, тебе может поскользнуться и полететь метров 20 вниз. И смертельные случаи не исключены. Почему есть ни кусов, ни заборов, непонятно. С обратной стороны дамбы та же самая ситуация. Забор только есть на смотровой площадке теперь, больше заборов нет. Вот пока идет мягкий снег, не скользко, а если будет скользко, в любой момент может человек завалиться вниз. Тротуары не такие широкие, бывают ветер, сильные порывы. А задержаться не за что. Ограждения нету, кусты вырубили. Голый склон. Падать не хочу. Внизу далеко огни, метров 20 обрыв. Забор только есть от грузовой площадки. И то после их постройки сильный дождь их размыл, помню, они обваливались. То есть основная такая магистраль наша не всегда безопасна для пешеходов. Вниз лететь очень высоко. Склоны крутые, нигде задержаться не за что падающего. Такая ситуация по обоим сторонам дамбы. Ограждение требуется на всем протяжении дамбы, пока есть крутой обрыв. Или опять изгородь посадить, вот это как было, кусты, через которые было трудно завалиться, удержаться на чем-то. Сейчас вот нога поскользилась и летите вниз на дно обрыва. Овраг довольно крутой, глубокий. Там то же самое. Еще круче обрыв на той стороне дамбы. Тоже пешеходы идут на краю обрыва, рискуя, если скользкая дорога, надолбы, торосы, ветер сильный, свалиться вниз. Вот видите, часть зеленой ограды осталась, там кусты росли, густые курбли зачем-то. Тут еще какое-то препятствие было для пешеходов. А теперь этого препятствия не стало, естественно. Куски очень крутые. Раньше была живая изгородь, вот видите, остатки остались. Кусты около 1,5 метра высотой были, довольно крепкие, густые. То есть человек мог на них, так сказать, опереться, они не давали бы ему упасть. Они довольно плотные. А теперь все, этой естественной защиты не стало. Дамба легко продувается ветрами, скользкая, когда гололедится. Люди рискуют здоровьем, идя по краю дамбы, чтобы их не сдуло вниз. Почему уничтожили зеленую изгородь эту, естественно, в той красе в том числе была. Теперь ее нету. Изгородь не стара. Дабы продувать всеми ветрами, внизу обрыв. А сейчас скользко будет. Куда смотрит городская администрация? Куда смотрит администрация Советского района, неизвестно. Кто такой придумал?